когда в руках твоих великий дар прожить. Прожить момент, а не впустую тратить. И лишь тебе подвластно свой покой губить, когда есть силы просто не сдаваться. Когда, возможно, больно век забыть, проститься с прошлым, но собой остаться. Ведь каждый миг в себе содержит жизнь, которая за страхом не должна скрываться. Когда важнее слышать крик души «стремись», важнее взять судьбы контроль и каждой глупости порой решаться. Поверь, важнее вновь тянуться сердцем ввысь, но не терять себя, не дать себе сломаться.